Итак, друзья, какое максимальное количество устройств можно подсоединить к одному аккаунту, значит, Яндекс Плюс, ну или подписка Кинопоиск HD, и сколько к нему можно устройств подсоединить, да, со скольки устройств можно смотреть Кинопоиск HD. Итак, друзья, значит, у меня подписка обычная 199 рублей, по-моему, 99, а не 190. Она, конечно, мне дешевле обошлась, потому что за весь год плачу. Ну, ладно, суть не в этом. Давайте смотреть, включаю, и мне, смотрите, достигнут лимит подключения. Держите одно устройство. Список устройств, и здесь у меня, давайте считать, 1, 2, 3, 4, 5. 5 устройств, друзья, можно подключить. Если честно, я подключаю, значит, 2 устройства. У меня родители смотрят, ну и 3 мои. Вот, один Mi Box S, это родительский. Соответственно, у меня, видите, тоже есть Mi Box S. Я добавляю S, а вообще надо ли мог Xiaomi Mi Box, наверное, просто так. Зачем я S добавляю? Ну ладно. Xiaomi Mi Box, а может и S, я не помню. Ну, короче, вы поняли, да? Отвязываем одно устройство, ну, скажем, вот надо только угадать, какой из этих Mi Box мой, а какой родительский. Вот, и подсоединяем новое, просмотрим с нового устройства. Вот, собственно, и все, друзья. Итого 5 устройств максимум может быть подключено к одному аккаунту. Это очень удобно, очень классно, и вообще 5 это самое то.